спортивной разминкой начинается день для этих ребят. Они живут в очень спортивном городе Первоуральске и занимаются в детско-юношеской школе спортклуба «Уральский трубник». Многие из них – чемпионы и призеры спартакиады народов РСФСР, ДСО «Труд», а юношеская хоккейная команда стала чемпионом страны. Это 60 ребят, борцов, гимнастов, биатлонистов, конькобежцев проводят лето в спортивном лагере «Надежда» Новотрубного завода. И хотя режим тренировок здесь очень жесткий, времени хватает на все. Дарит здесь радость. И занятия спортом, и удивительная уральская природа, и жаркое солнце.